В этом доме кто-то меня будет кормить? У меня уже животик. Вот посмотрите, это золотой ребенок. Вот он золотой, я не знаю. Я когда его выбирала, это, наверное, мне Господь сказал, держи себе собаку, которая украсит все твои дни, потому что ты, бедняжка, намучилась. Вот как-то так, но никак иначе, слезы на щеках. Ты че, дура, плачешь? Дай угадай, что с тобой случилось? Пропустила сериал, простудилась. Я в моменте провалялся целый день и не заметил, как тюлень ленивый вечерочек встретил. И что-то делать силы что-то совсем нету, похож я на котлету. 415-я база, ответьте.